Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 11 июня 2021 года. Вот, смотрите, здесь посажены ремурус. Их здесь много. Этот ремурус был выращен из семян. Посеяли семена в 2018 году. Посеяли семена в 2018 году осенью. В 2019 году были всходы. В 2020 году уже листочки были хорошенькие, большие, но не цвел. И в этом 2021 году эти эремурусы зацвели. Здесь их раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, здесь 15 штук, по-моему, я насчитывал. В 2020 году были они вот такие вот. Это еще не цветет. Наверное, в этом году будет цвести на следующий год этот. И этот эремурус цветет. И этот цветет. Эремурус разводится семенами и делением куста. Ну, семенами тоже хорошо, когда отцветется, созреют семена, срывайте и осенью сейте. Но только где будете сеять, заметьте себе, чтобы вы их не спололи. И через 3 года будет у вас такая красота. Этому эремурусу 3 года. Идем далее. Ребятки, а вот этот эремурус, это было, брали мы с этого эремуруса семена. Это обалденный. Его и делить никто не будет. Уже пора, но его никто делить не будет. Эремурус, красавец. Цветет, как свеча. Идет вверх. И называется еще в народе японская свеча. Эремурус. Смотрим сюда еще. Ребятка, вот здесь красавица розочка. У нас на клумбе она полностью пропала. Мы решили пересадить на клумбу, на улицу. Здесь она радует. Рядышком растет вербейник. Вербейник. Красавец. Вербейник разводится делением куста. Ну и семенами же, наверное. Смотрите, ближе. Вербейник. Цветы вербейника. Ой, обалдеть. Красивый. Вербейник, красавец. Идем далее. Идем. Здесь растет зимостойкий. Зимостойкий кактус. Но еще не цветет. Когда зацветет, я сделаю ролик. Зимостойкий кактус у нас растет уже 3 года. Это в этом году будет 3 года. Идем далее. Далее. Ух ты, красавец, эти стоит. Ай, обалдеть. Запах обалденный идет. От жасмина садового. Это жасмин садовый. Или венечный. Или чубушник венечный. Жасмин садовый, лиственный кустарник. Обычно он вырастает до 3 лет в высоту. Ну и в ширину тоже цветет. Растет и в ширину, тоже до 3 метров где-то. Цветет в первой половине июня. И цветет до 20 дней. Так что можно видео снимать хоть каждый день. Светолюбивое растение.
но выносит и полутень. Растет быстро до 30 лет. Разводится можно черенкованием. Или же проще простого. Это вот молодые побеги. Осенью можно уже, когда созреют молодые побеги, осенью можно уже сеять, садить, пересаживать. Красавец, ребят. Запах обалденный от этого красавца. Жасмин. Или жасмин садовый. Или чебушник венечный. Красавец. Еще, ребят, про эремурус. Эремурус лучше сажать на солнышке, потому что в тени он будет не так красивый. Будет, но не так. Будет метлой в них, цветы меньше намного. А здесь красавец стоит, да? Эремурус. Красавец. Это у нас клумба на улице, за двором. Вот так-то, ребятка. Ну все, ребята. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Эремурус. Красавец. Этому эремурусу 3-й год. Но цветет 1-й раз. Этим эремурусам 3-й год. Но цветут они 1-й раз. А тому эремурусу я уже не знаю сколько лет. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был... О, еще. Вон богатая невеста. Как ее много насеяно. Жена ее убирает, но никак не уберет. Она все вырастает. Ну, пускай, когда зацветет, мы порадуемся и той красотой. Лилии скоро зацветут наши. Ну, когда лилии зацветут, тоже будет небольшой ролик. Что-то, ребятка, я немножко задержался с вами. Седум или заячья капуста темного цвета. Тоже красиво. А это седум или заячья капуста зеленого цвета. Красавец. Красава. Красиво. Красиво, да, ребят? Красиво. Красавец. Ай-яй-яй. Так. Этот дождик был сегодня, и его положило на землю. Красавец, да? Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребят.